В Московской области четверо мужчин задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений на ювелирный магазин. Подъем. В автомобиле задержанных найден травматический пистолет ТТ с 5 патронами к нему. Стражи порядка установили, что задержанные причастны также к разбойному нападению на офис одного из банков в городе Электроугли. Суммарный ущерб от преступлений превысил 6 миллионов рублей. А сейчас чем занимаетесь? В данное время без работы. То есть вообще ничего не делаете? Ну да. На что живете? Пока ни на что, с девушкой живу. Девушка вас обеспечивает? В данное время да. Было установлено, что злоумышленники в масках ворвались в помещение ювелирного магазина и, угрожая сотрудникам пистолетом, разбили витринные стекла и похитили ювелирные украшения. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в момент приготовления к совершению очередного нападения. В ходе обысков квартир подозреваемых полицейские изъяли ювелирные изделия с бирками, гранату для пейнтбола, маски с прорезями для глаз, пистолет ПМ с двумя боевыми патронами. Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.